Молодежь выбирает будущее. Одна из тем, наиболее обсуждаемых в обществе, предстоящие выборы президента Беларуси. Молодежные лидеры своим примером проявляют активную гражданскую позицию и присоединяются к общественным объединениям. Так, в столичном аграрно-техническом университете ряды Белой Руси пополнили порядка 40 студентов. Мы являемся патриотом, в первую очередь, своей страны, и нам просто нравится быть активистами. Участвуем в научных конференциях, просто что-нибудь связанное с нашим личным развитием. Наш президент Александр Григорьевич Лукашенко на Всебелорусском народном собрании сказал: за 5 лет мы должны подготовить такую молодежь, которой можно вручить штурвал управления нашей страной. А вы здесь в зале – это молодежь. Белая Русь – одно из самых массовых общественных объединений страны. Членские билеты, как полагается, вручили в торжественной обстановке. Теперь ребята будут принимать участие в волонтерских и общественных инициативах организации. А вы в этом году уже будете принимать участие в выборах? Да. А почему считаете это важным? Понимаем, что стали уже взрослыми и теперь можем тоже принимать решения, которые влияют на нашу страну. Пакетики, что там у нас? Вот, вот так вот. Все, что нужно, да. Все пригодится. Я хочу всех вас поздравить, особенно тех, которые уже вступили и сегодня получили вот эти членские билеты. Я вам скажу, что вам творить и строить, но кроме этого еще и сохранять то, что мы сделали. Анастасия Копылова, агентство «Минск Новости».